Здравствуйте, мои дорогие. Ксин победил прошлое у гайдов, чему я несказанно рад, поскольку это мой самый любимый чемпион в Лиге Легенд, на котором был выигран один из наиболее значимых турниров моей карьеры Катовице. Взят в свое время чалик Кореи за неделю, сыграно по 1000 игр, и в этом сезоне мы тоже уже ворвались в чалик ЮВСТА. Я постараюсь поделиться с вами знаниями, которые накопились о нем у меня за это время. Кинжал – чемпион про комбинирование обилок и быструю адаптацию этих комбинаций под ситуации. Комбинаций поменьше, чем у Лисина, но некоторые из них посложнее. Впрочем, за них возьмемся после того, как обсудим все его обилки по отдельности. Кью у нас три усиленные автоатаки. Понижают кулдаун других обилок на секунду за каждую. Последний из них подбрасывает на 0,75 секунды, а применение перезаряжает автоатаку, что позволяет наносить больше урона при оптимальном использовании. Основная сила обилки в самом подкидывании, поэтому важным навыком на Ксине является ее стак заранее. Это можно сделать аварды, планты, кэмпы, миньонов, петов, тавера, объекты и тому подобное, чтобы была возможность сразу подкинуть врага. W – наш основной источник урона и замедления. Также ее попадание помечает самую дальнюю цель, увеличивая рейндж Ешки к ней и делая ее невосприимчивой к откидыванию ультой. Из-за низкого кулдауна отлично синергирует с откатами от Q. Она имеет два этапа нанесения урона, слэш и прокалывание, попадание каждого из них как дает стак пассивки, так и стак конквервера. Кастайм полсекунды, соответственно, всегда можно полностью положить в подкидывание Q или откидывание ульты. Также она продлевает длительность кушки и атак спид с Ешки на полсекунды, свой кастайм, что может быть очень полезно, особенно с продлением третьего стака Q. W можно переместить с помощью флеша. Ешка. Чардж на 650 ренжа, увеличиваемый до 1100, если цель помечена W или автоатаками после 6 левела, наносит небольшой дэмдж, но дает много атак спида и замедляет на полсекунды, что позволяет либо легче хит-эндранить цель, либо засетапить W. Ультимейт. Откидывает всех вокруг через 0.35 секунды кастайма, кроме помеченной цели. На 4 секунды нивелирует любой входящий урон из вне 450 ранжа от персонажа, даже включая Ignite и Death Dance. Ульту можно переместить с помощью флеша. По сманеркам, флеш в среднем лучшая опция, он чрезвычайно многофункционален на Ксинжао, но есть альтернатива Гаста против фулл-стака кайтящих ранжей. Я недостаточно играл с Гастом, чтобы утверждать, что он прям супер хорош в таких ситуациях, используйте на свой страх и риск. После нерфа Little Tempo, Conqueror стал лучшей руной в большинстве ситуаций, кроме игр против тех самых фулл сквиш сетапов. Алакрити просто невероятная имба на Ксине, поэтому жертвуем ей только в случае наличия трех и более контролей по секунде и дольше у врагов и невозможности купить мерки. Или если контролей еще больше, даже если вы можете купить мерки. При выборе хп per level, flat хп и tenacity в среднем хп per level самая сильная. Flat хп можно брать для безопасного early против даунскейлящихся дальше чемпионов типа Шако. Наверное, только Шако. Tenacity берем только при наличии от 5 контролей по секунде у врагов. В киллордере мы в приоритете качаем ульту, W, наш самый основной спелл дэмэджа. Ешку приоритизируем чуть выше кушки, поскольку она дает необходимый для комп атак спид. На первых левелах мы стартуем с Ешки, если мы стартуем с бафов, и с W, если мы начинаем с рапторов. Итемизация. Синий пет в среднем является лучшим, поскольку Ксину не хватает как раз мобильности в передвижении по карте и позиционировании. Зеленый в среднем похуже, но тоже юзабелен. Я бы его советовал брать только при риске быть ваншотнутым в файтах несколькими вражескими милишниками, от которых не защищает ульта. Например, Валибир, Физ, Гарен, Наутилус в одной команде. Перед обсуждением самой итемизации давайте обозначим ценность статов на Ксинжао. Из-за 60 атак спида с Ешки, 18 с Алакрити и 10 с Рун, при приличных кастаемах W и ульты, бонус атак спид с айтемов дает персонажу крайне мало. Из-за отката по секунде за каждую кушку, КДР на Ксине сильнее, чем на большинстве персонажей.
Особенно мы хотим достичь отметки в 30 КДР, потому что с ней мы можем сдать W, 3 кушки и сразу W в нокап, что делает прокаст крайне сильным, да и в общем кулдаун спылов намного приятнее с таким КДРом становится. По итогу АД, КДР и ХП — наши основные характеристики. Также Ксинжао нужно гораздо меньше деф-айтемов, чем другим милишникам из-за его ульты, которая при правильном позиционировании очень сильно понижает входящий урон в тимфайте. Айтем-билд у Ксина достаточно вариативный. Первых айтемов на выбор 3 — Эклипс, Титаник и Сандерт. Эклипс самый агрессивный и в большинстве случаев сильнейший айтем в Солоку, поскольку дает идеальное соотношение дамага к жиру, КДР, прокает моментально с Ешки плюс автоатаки, а благодаря ульте достаточно легко дожить до второго прока. Помимо этого он на 300 дешевле Сандерда, на 500 Титаника, при этом имеет намного лучше сборку, что в совокупности делает его еще и намного темповее других опций. А темп в лиге — это один из основных факторов успеха. Титаник — средняя по урону и танкингу опция, дающая очень приятный резет авты, что позволяет подкидывать людей намного быстрее, но при этом имеет омерзительный билд-паф, айтем очень дорогой и не дает КДРа. Сандерд — самый танковый вариант, что позволяет собирать вторым Frozen Heart или Стирак. В основном этот билд для командных игр и танкинга, будучи бомжом. Лично мое мнение насчет билдов Ксина — выгоднее идти в крайние опции по ситуации и не пользоваться средней. Но Титаник уступает другим предметам не сильно, поэтому билд через него тоже распишу. Что ж, приступим к самим вариантам. Как вы можете заметить, Сандерд всегда собирается вторым, если уже не куплен первым. Причина этому — огромный сустейн с него и то, что бонус урон с Q критует, выдавая огромные цифры. Выбор ботинок в основном происходит исходя из силы их эффектов. Чем больше врагов автоатакеров и AD дэмэджа, тем сильнее армор ботинки. Чем больше контроля и в меньшей степени мэджик дэмэджа, тем сильнее мерки. Для Титаника первым есть очень хорошая опция КДР-ботинок, компенсирующих недостаток на нем этого сота. Но естественно к ней стоит прибегать только если мерки и армор-ботинки не сверхсильны в данной ситуации. Иногда, если ни один из ботинок не имба относительно вражеского драфта, и в рашбеке хорошо ложатся ровно в куски других айтемов, можно и грейдить ботинки вплоть до покупки третьего предмета, ловя лютейший темп с более ранних поверспайков. Варианты третьего айтема для Эклипса таковы. Стирак для общей танковости в среднем самый сильный айтем третьим, поскольку к этому моменту вовсю идут тимфайты 5 на 5 с большим количеством входящего дэмэджа, где щит на косарь очень сильно решает. Маф против либо 3,5 и больше АПшников, либо 2,5 АПшеров. Напомню, что АП-саппорт — это где-то пол АПшера, когда ваши ботинки не мерки. Шоджин — самый дамажащий айтем третьим, поскольку стакается с кушек, дает кучу КДР и повышает дэмэдж в том числе на саму Q, включая ее крит Сандерда. Последними двумя айтемами мы докупаем по ситуации Стирак, Маф, Шоджин, Титаник или ГА, где ГА для финальных тимфайтов и закрытия нехватки армора, если мы играем через мерки. А Титаник — следующая по валью наступательная опция после Шоджина. В случае старта с Титаника третьим и четвертым предметом, в зависимости от темпа, также обязательно идет деф-предмет в виде стирака или мава, с добавлением к ним шоджина после. А последним предметом собирается либо ГА, либо Эклипс для большего дэмэджа. Когда вы начинаете билд Сандерда, опции для второго предмета становятся более обширны. Это Frozen Heart, стирак и шоджин. Где Frozen Heart — контра автоатакеров или чтобы закрыть нехватку армора. Стирак — в общем самая затанкованная опция, а шоджин — лучший способ добавить дэмэджа в этот билд, если вдруг вам придется его получать. Третьим айтемом появляются еще две опции. Титаник — добавить еще дэмэджа к шоджину, и если у вас не мерки, а имрез все же нужен, закрыть его нехватку можно просто мантией с ее дальнейшим апгрейдом в висаж или маф. Последними двумя предметами, ориентируясь на ситуацию, берем что-то из вышеописанного, или можно добавить ГА. Понимаю, что информации крайне много, поэтому постараюсь дополнительно объяснить на примерах. Допустим, мы играем против Рамбла, Джарвана, Ари из Реалии и Наутилуса. Выбираем темпо билд через Эклипс. Поскольку тут всего два сквиша, берем Конквера. Тенасити тут работает только на чарм и автоатаку Наутилуса, соответственно берем Алакрити и армор ботинки. Причем ботинки желательно уже после Сандерда, поскольку автоатакеров здесь не так уж и много. Третьим мы не хотим брать агрессивный шоджин, поскольку дэмэджа у врагов огромное количество, но выбор
из мавы и стирака достаточно труден. Рекомендую сделать его, исходя из нафида врагов. Если Рамбл и Ари слабы, можно взять стирак. Если кто-то из них силен, настоятельно рекомендую мав. При выборе стирака мы добираем Шоджин Титаник. При выборе же мава наш общий запас хп меньше, и вместо Титаника 5-6 предметом лучше взять ГА как бонус жизни. Возьмем вторую ситуацию. Против вас Ирелия, Джакс, какой-нибудь маг, скажем, Анивия, автоатачащий Адекерит, допустим, Твич и Наутилус. Тут у вас появляется опция пожертвовать своим дэмэджем ради танкинга для команды и замедления атак спида врагам с Frozen Heart, поскольку там два брузера и АДшный автоатакер. Собрав Сандерет первым, естественно. Против вас как много автоатакеров, так и много контроля, плюс Magic Damage. Берем в рунах Tenacity однозначно. А ботинки, скорее всего, мерки, поскольку они также хороши, а армор у нас будет Frozen Heart. Сквишей тут тоже мало и куча чемпионов, мешающих автоатачить. Тут всегда Conqueror и Frozen Heart вторым. Дальше, если мы хотим быть еще жирнее, добираем третьим предметом стирак. Если в файтах и так умираем последним, берем Шоджин или Титаник на дэмэдж. Небольшой нюанс. Когда у вас стоит выбор между Шоджином и Титаником, лучше собирать айтем, на чьи компоненты вам удобнее хватает денег. Баффинг. Поскольку абилки Ксена очень сильно синергируют между собой, первые два левела он медленно чистит лес. Это выливается в то, что для выхода на краба вовремя нужно будет клирить идеально, либо вам нужна будет помощь на первом компе. Три хороших клира будут на ваших экранах, настоятельно рекомендую отточить хотя бы два из них в практисе, поскольку фулл-клирить придется часто. После третьего левела Ксин становится одним из сильнейших персонажей в игре, соответственно и хорошим инвейдером. Но из-за медленного фарма первые два левела, для инвейда вражеского леса, помимо обычных требований, накладывается еще и то, что чтобы инвейдить противоположный квадрант леса и не опоздать на пятый кэмп, нужно, чтобы вражеский лесник не обладал быстрым клиром и ему не помогали сильно на первом кэмпе, или вам самим должны помочь. Один нюанс. Когда вы начинаете с синего бафа и предполагаете вражеский инвейд левел 2 на вашего грампа, плюс ставите вард заблаговременно, чтобы увидеть приближающегося врага, лучше изучить кью на втором левеле, это сделает вас намного сильнее в драке левел 2 и не сильно замедлит клир. Обсудим теперь матчапы. Реальный контрпик Синжао существует только один. Это Валибир. Его невозможно задуэлить, его нельзя игнорировать по карте из-за сильнейших гангов, играть против него возможно только с тиммейтами, но лучше этого чемпиона банить. Пилы с турны в Лиге Легенд, к сожалению, нет. Все остальные матчапы хороши, а против выдуманных контрпиков просто нужно знать, что делать. Против Джакса, например, нужно просто не драться один на один. В 2 на 2 драках вы сильнее, если ваш союзник обладает контролем, чтобы откатить Counter-Strike. А в тимфайтах вы просто лучше, поскольку у вас 4 секунды неуязвимости от всего, а у Джакса только 2, и только от автоатак. Главное — хорошо позиционироваться. Также против Трандла после 6-го, Варвика и Ноктюрна достаточно просто не пытаться их задуэлить. В любых других драках вы будете сильнее, играйте с союзниками. Пара слов про поверспайки. Ксин скейлится достаточно прямолинейно с третьего левела, и только получение цельных предметов дает существенно больший прирост к силе. Поэтому относительно левелов и голды играем как обычно. Бэки считаются достойными с эквивалентно примерно двух лонгсвордов, фарм не игнорируем, на получение цельных предметов стараемся форсить адекватные драки. Перейдем к самому интересному, комбам Ксена. Именно они делают персонажа уникальным. Для начала вам необходимо понять несколько деталей. Ульта в комбинации без инсека вставляется в любой момент, по ситуации. Также ее можно кастовать во время Ешки, чтобы сократить время анимации. При резете автоатаки
хоть эта автоатака и требует всего лишь 0,1 секунду, иногда даже такое незначительное время может оказаться ценным, особенно в комбах, где возможно резетнуть автоатаку дважды через Q и W. Плюс, при наличии прока Сандерда с точки зрения демеджа становится менее выгодно наносить автоатаку перед первой Q по цели. При наличии Титаника тот используется для перезарядки автоатаки между Q1 и Q2 или Q2 и Q3. Рассмотрим полные версии доступных комбинаций. Помните, что обычные автоатаки и флеши в них опциональны, а юз Титаника указан на случаи, когда он есть и тоже может быть пропущен. Базовые engage комбы используются для инициации драки. Комба максимального урона используется, когда файт планируется быть очень близким. Max range engage комба используется, когда цель находится далеко, второе W в подкидывании в ней возможно только от 30 КДР. Insect комбы используются для перемещения врагов ультой в нужном вам направлении. Базовая просто R плюс флэш. Ешка с R-флешом и W возможно самая трудная комбо в игре, которая не делал ни один проплеер. Попасть в тайминг до наложения метки с Ешки, вовремя R-флешнув, очень тяжело, особенно по движущейся цели. Исполняйте на свой страх и риск после часов практиса в практис-клубе. Чтобы инсектнуть цель, которую вы бьете, нужно либо ударить кого-то другого автой, либо попасть W. Оно метит самую дальнюю цель при попадании. Соответственно, проще в момент подкидывания дать W по любой цели через основную и сделать R плюс F. Но поскольку подкидывание у вас 0,75 секунды, а кастаем W и ульты вместе взятые 0,85, любой блинк врага в момент выхода из подкидывания спасет его. Max Damage Insect Combo как является лучшим способом нанести максимальный дэмэдж врагу, так и хороша для розыгрыша по напрыгнувшему на вас врагу. Бонусы. При наличии Титаника вы можете уже с одним стаком Q прыгать на врага и моментально его подкидывать через быстрый резет автоатаки с Титаника. Если рядом с вами есть а что стакать Q, вы можете как откатить свои W и E на 2 секунды, так и попав W по кому-то, можете сначала настакать Q на 2, а лишь потом прыгать с подкидыванием. Плюс всегда можно сделать комбу W плюс флэш Ешку с настаканной кушкой. Что ж, мы преодолели полчаса теории, время обсудить, как это все применять на практике. В общем, основная сила Ксена в его количестве контроля, неплохом дэмэдже и хорошем танкинге. В драках ваша задача четко оценивать, что от вас требуется из дамага, контроля и танкинга, а заодно в каких пропорциях. На ганках, например, чаще нужен просто контроль, чтобы тиммейты могли бить врага. Поэтому если у врага, на которого мы заходим в спину, дэшей столько же, сколько у вас или больше, ваша задача просто настакать Q, дать Е с подкидыванием по нему, туда всунуть W и бить, надеясь на поддержку тиммейтов. Замедление вашего W длится очень долго, поэтому если у вас есть флэш, можно начинать ганг с W плюс флэш плюс Е. И даже если ваш оппонент флэшнет, замедления должно быть достаточно, чтобы тиммейт попал контролем и вы получили килл. После W и флэша, если расстояние до цели небольшое, можно также сохранить Ешку и настакать Q перед ним. Особенно эффективны W-комбы при ганках мида, причем их можно исполнять даже через стену рапторов. Чем больше дэмэджа вам требуется в разыгровке, тем больше резетов автоатак вам придется вставить через Q и W. И тем меньше вы будете иметь право стакать на враге кушку, не используя Ешку сразу, поскольку она дает огромный атак спид. Против персонажей, имеющих большой мувспид, без дэшей, или контроль, что не даст вам просто так настакать в них три кушки, когда вы заходите сбоку, самым эффективным прокастом является дэш в Q плюс W сразу. От него невозможно увернуться без дэши, не сбить контролем, и он замедляет на 2 секунды, что поможет как вам стакать Q, так и тиммейтам бить цель. На дайвах мы либо стакаем Q окрипов башню морды и в подкидывание сдаем прокаст, тогда мы можем танчить тайвер первыми. Либо сдаем фулбурс комбу EAAQW под танкинг союзника. В дуэлях обычно используют full damage комбы, где W всовывается в зависимости от мобильности врага, длительности драки и КДР, либо сразу после Е, либо уже в подкидывании. Чем дольше планируется драка и больше у вас КДР, тем реальнее поюзать 2 W за файт, тем лучше его использовать как можно раньше.
тимфайтах важно не подставляться под энгейдж оппонентов, а если уж подставились, использовать ульту до прилета контроля, за который, скорее всего, вы отбросите копыта. Стараемся либо энгейджить первыми, особенно хорошо через настаканную кушку, либо играем вторым номером от тиммейтов. Поскольку Ксену очень просто пройти в бэклайн файте, и при этом он не имеет никаких способов отступления, я не рекомендую в тимфайт заходить в тыл. Если вас обнаружат, просто убьют. До начала драки вам важно спланировать, устраивает ли вас просто танчить для команды и бить ближайшего, в чем Ксен лучше любого другого персонажа. Или же у врагов есть кто-то очень нафиженный, без чего убийства файт будет проигран. Если имеется такая абсолютная цель, и она находится в бэклайне, выгодно становится либо зайти сбоку, либо с настакенного подкидывания и флеша плюс Е сразу лететь в эту цель. Либо можно начать файт медленно, прикрываясь ультой, настакать кушку а любого доступного вам танка, и уже тогда врываться с Ешки, флеша или из того и другого вместе в необходимую цель с последующим W. В файтах также важно понимать, каждый раз, когда вы настакиваете кушку, что вы можете свичнуть таргет. Если ваш основной таргет является менее приоритетным, чем таргет, в который вы можете прыгнуть, в основном это сквиши, которых вы можете за подкидывание с тиммейтами ваншотнуть, то таргет свичить надо. Это часто переворачивает сражение. Заключительным моментом по дракам хочу сказать, что Ксен это герой прокастов, низких кулдаунов и очень сильных айтемов, тоже с кулдауном. Поэтому зачастую, сдав прокаст, а иногда даже его часть, скажем, прокнув Эклипс, выгодно отойти на пару секунд, выждать кулдауны и влетать снова уже с ними, вместо того, чтобы просто стоять и долбить врага автоатаками, пока все обилки в кулдауне. Теперь вы точно готовы насаживать врагов на свое копье. Но, как и всегда, я напомню, что лучший способ импровиться в лиге – это фокусироваться в игре на собственном отыгрыше. Не сдаваться, кроме исключительных ситуаций, а проигрыши принимать с меньшей досадой, ибо в них можно подметить куда больше ошибок, чем в победах. И фикс этих ошибок в перспективе многократно приумножит потерянные ЛПшечки. Ну, а более важное, чем импрув в Лиге Легенд, есть только одна вещь – это получение удовольствия от игры. Не лишайте себя его, фокусируясь лишь на результате. Поучаствовать в выборе следующего гайда вы сможете как на моем бусте, так и на стриме. Ну а на этом я, пожалуй, откланяюсь. Прекрасного вам времени суток, до скорых встреч!